Доброе утро, ребята! Всем привет! Фух, это надо было... В следующий раз надо поставить GoPro-шку и таймлапсом снимать, как мы четверо взрослых и двое детей одевались в термоодежду, потом... Мы вышли из дома, и это, слава богу, я не знаю, сколько по времени мы собирались, но что-то... Это без опыта. Что-то плюс как-то... Ванюшке новая одежда, ему все не так, не сяк. Да, ему что-то жмет, где-то что-то ему чешется, еще что-то. Плюс жарко, пока это все напялили. Ух, мы едем кататься на санках. И лепить, конечно же, что-то. Снеговика, снежки. Снега не пести, а не пластилин. Да, но снега можно лепить, сынок. Да, мы сейчас едем в одно место, надеюсь, там есть снег и можно будет покататься. Если нет, то будем уже по ходу решать, куда ехать дальше, потому что мы здесь еще ничего не знаем. Ехать нам 30 минут, мы едем прямо наверх, где снег, что мы внизу живем, город у нас внизу. Вот, и я одевалась. Мне интересно сказать, как мы доехаемся на машине? Ну, там дорога, и мы поднимемся на машине. Согласна, а там же снег. Там уже... Дороги чистят, сынок. Спасибо. Мы ездили шатки на машине, чтобы мы могли туда положить шатки, чтобы мы катались. Если был снег, мы катались на шатки машины. Угу. Да. Да, молодец. Это сигнал для GPS. Да. В общем, мне пришел костюм. Комбинезон я сейчас вверх сняла, он такой синенький, и я поняла, что у меня нет шапки, буду в капюшоне, или, надеюсь, не будет так прям супер холодно, но нужно будет, сегодня мы пойдем заказывать матрас, что у Вани сегодня спина разболелась сильно на этом матрасике спать, на котором мы сегодня спали, ну и вообще уже надо бы заказать, и там, когда привезут, тогда привезут, нужно померить комнату. А может, он и в наличии есть? Может, есть наличие, да. Нам доставку сделать, все. Вот. И зайдем, есть один магазин, и там есть и шапки, и варежки под мой костюм подадут, нужно купить, потому что у меня нет головного убора. Так почеши пальчик. Под ботинком. А вот так вот пальчиком делай. Да, вот так вот двигайся, двигай пальчиком пальчик и будешь чесать. А мы сюда ездили? Именно отсюда нет, но мы сейчас выйдем там, где мы ездили. Туннель. И мои родители вон едут за нами. Сейчас будем приезжать. У нас же Дима тут тоже отдыхает, но он сегодня уже утром уехал. Уже? А сегодня? Сегодня утром, да, у них автобус, они уехали. С другом здесь отдыхал, мы вчера виделись. Вон пик горы в снегу. Или мы туда доедем? Мы, наверное, туда и едем. Смотрите. Я вижу, это далеко. Да? Да, видишь? Как... Но нам передают холода, снег на следующей неделе. Так что... Из дома. Смотрите, вот туда. Ага. Там где-то вот это туда была тоже квартира. Да, вот где-то здесь была квартира, но мы отказались от нее, потому что без машины никуда не попасть. Ни в школу, ни в магазин, ни в сад. То есть оно как бы на отшибе, этот городочек маленький, вот, поселочек. Туда смотрите. Но там квартира была классная. То есть она соответствовала вообще всем нашим критериям. Объясню, почему нам так важно иметь камин. Почему у нас такая с Ваней прихоть, чтобы и в доме, и в квартире, в которой мы будем жить в Андорре, чтобы у нас был камин. Потому что мы уже знаем, что такое жить с камином. Потому что прошлой зимой мы постоянно дома топили. Это такой кайф. Это такая атмосфера. Это тепло. Это уют. Это...
зимнее настроение. И, конечно же, если мы будем зимовать в Андорре, идет снег, мороз, а ты сидишь в квартире с детками. Дед Мороз приходит. Приходит Дед Мороз. Зажигать по вечерам камин как раз тогда, когда минусовая температура. Но это же такой кайф. Мне кажется, ну почему мы должны себе в этом отказывать? Тем более, квартиры с каминами есть. Они в изобилии. Ну, не то чтобы в изобилии, но они есть. И есть шанс, что мы найдем подходящую. У нас уже была одна квартира, но она была не в подходящем для нас месте. Вот, и как бы поэтому мы хотим камин. Не то, что я хочу, только я хочу. У нас вся семья хочет камин. Да, камин — это класс. Ваня очень хочет камин, и Ванечка хочет камин. Думаю, если нет камина, то будет холоднее, как дома. Да. И зачем нам в Испании камин? Ну, потому что мы можем в любой момент приехать на каникулы в течение зимы, приехать домой, зажечь там камин, собраться с семьей, отметить там, я не знаю, чей-нибудь день рождения, что у Вани день рождения, у моей мамы зимой день рождения. Подожди, смотри, мы сейчас делаем ремонт. Да. Зачем? То есть там был уже камин. Зачем его убирать? Если он уже там был. Да. То есть, тем более мы, например, через 10 лет не будем в Андорре жить. Ну да, к примеру. Будем жить в Испании, к примеру. И зимой захочется. И будем жалеть, что мы убрали камин. Кстати, пап. То есть, или через 20 лет, через 30 лет. Какая разница? Ну, то есть, фонарик, то, что пап. Было. Какой фонарик? Твой, большой. Да, есть он у меня вот с собой. А кого ты будешь светить? Вот он. Нет. Вот, поэтому, поэтому мы и будем искать квартиру обязательно, да, чтобы Ванюш, был камин. Хорошо. То есть это прям обязательно. Обязательно 3-4 комнаты, то есть мы хотим большую квартиру. И желательно, чтобы у нас была еще одна дополнительная комната для гостей, чтобы поставить там нормальную кровать с хорошим матрасом. А вот чтобы не на диване спали гости, а на хорошей кровати. Ну, то есть мы хотим улучшить в дальнейшем нашу жилплощадь здесь, в Андорре, потому что здесь обалденно, классно, и много кто к нам уже собирается приезжать. А мы только рады. Мы на самом деле любим гостей, и почему бы не сделать так, чтобы было всем комфортно, удобно, и когда гости в отдельной комнате, это всегда удобнее. То есть они там сами себе захотели, отдохнули, захотели, переоделись. Ну, короче, это элементарно, это понятно, что удобно, когда у гостей, у родителей, да, есть. Смотри, сколько солнечных батарей. Отдельно. Ого, да. И вот здесь вот тоже была квартира, прям вот в этом доме, с видом на парковку, тоже хорошая, но ее сдали. Когда мы отправили запрос, она уже была зарезервирована. Едем, но снега, конечно, мало пока что, только на вершинах, я не знаю, когда мы доедем, будет ли там снег. То Ваня говорит, что мы дальше поедем, чуть-чуть проедем дальше. Но нас передают морозы и осадки. Снегопады. По идее, мы вот тут должны были кататься. Но... Ага, и тут ничего нет. Нету снега. Ну, прям как вот на плаку. Кстати, будем знать, что там хорошо. И здесь горка тоже, видишь. А мне кажется, здесь дети часто катаются. Надеюсь, папа понял, да, что нет снега, и мы едут за нами. Ну, проедем чуть-чуть дальше. Вот это место видела, там хорошая поломка, такая не сильная горочка. И там много столиков, можно сидеть. Хорошее место. Можно брать с собой. Все, надо его сохранить. О, боже, когда как снег красиво, будет. Как красиво. Так, а нам далеко ехать по времени? Думаю, нет. Так, снега здесь немного. Но что-нибудь, какой-нибудь кусочек, чисто вот дети, чтобы там поковырялись, есть. Найти можно. На горках есть? Да, на горках, вот если кататься, то есть снег. А так, чтобы на санках... то нету. Но ничего, зима длинная, еще будет. Пойдем. Смотрите, какой костюм купили Ванюшке. Боже, какой ты красивый. Он не привыкший. Идем. Вон бабушка, дедушка пошли. Погоняй. Ваня решил не переодеваться, так как снега нет. Ванюш, здесь дорога, иди. Вот сюда.
Анюта вон наша. Потрогай. Твердый, да. Идем. Идем подальше, да, идем. Это к папе и к дедушке. О, вон! Ну что, за санями? Там санки, смотри. Идем, там детки катаются на санках. Сейчас дедушка принесет санки. Снежок мокрый такой. Ничего с него не лепится. А у Вани планы. Снежок сделать. Пошли туда. Снегорка. Анюта, твой первый снег. Ангелочка можно сделать. Но снег такой твердый. Да, твердый. Почему я проводил? Я жалею, что надел термо. Обычно футболку надеть. Ты чё, пока мне поехали? Мама, рули! Мама, рули! Ты чё? Тебе понравилось, Ванюш? Ну что, давайте, вперед! А с этой стороны фотосессия с внучкой. Фотосессия! Ой, красота! Бежит, бежит. Уже ему ничего не жмет, уже ничего не больно. Ава! С мамой или с папой? С папой. Да, с папой подольше получается. И... Замечательный стиль.
Акулька! Здравствуйте, дяденька. Он же умощил. Стоп! Какой это дяденька? И какой это месье? Это же наш Кощей Бессмертный. Это не на полевую. Кощеюшка? А что с тобой случилось? А если мы тебе загадки загадаем? А если мы тебе танцуем? А если мы теперь есть какая-либо проблема, будем звать Деда Мороза, правильно? Да. Тогда давайте будем звать Деда Мороза. Зовем Деда Мороза 3 раза. Вон она. Такое, что случилось. Девушка Мороз, ну ты же знаешь, у нас он был заколдован и смертный. Отдавать не хочет. Отдашь нам ключ, Кощей? Что же делать будем, дедушка? Как поступать? Это мы его напугаем. Ну-ка все вместе, дружно, громко. Похлопаем, похлопаем. Давайте громко, громко, громко. Не испугался. Давайте теперь тогда еще громче похлопаем, похлопаем. Не боится. Даже 3-4, давайте мы его заморозим. Давайте тут 3-4. А теперь похлопаем, похлопаем. Громко, громко. Ой, раскакал. Испугался. Дедушка, у нас уже 5 сундук, если у нас не горит ёлка. Нет, по-моему, они не хотят ни подарки, ни ёлки, ничего. Может, нам... Ну, давайте последний раз громко! Загорело! Ну что, ребята, мы уже дома. Дома посмотрели фильм, досмотрели фильм, который мы начали еще до того, как Ваня... Боже, когда мы его начали? Короче, мы только сейчас его закончили смотреть. Уехал. Да, сейчас включу немножко свет. Ай, подсветочку. В общем, да, Ваня повесил шторы, завтра я их отпарю. Они какие-то помяты. Тюль, которую я хотела повесить, не получилось, потому что она не подходит под эту трубу. Но мне есть другая тюль, которая подойдет. А, есть другая? Да. А вот Ваня сейчас собрал тумбочку. Она тут как будто бы тут всегда и стояла. Вот теперь вот эти все сопли, провода, которые у нас там есть, всякая фигня. Вот ну, это можно туда убрать. Вот. Как вы поняли, мы побывали на елке. Новогодний спектакль был детский.
Ванюше очень понравилось. Там были подарки, были конкурсы, угощения. В общем, здорово. Я познакомилась там с девушками, с родителями, с детками. В общем, классно. Нам очень понравилось, все здорово. Время пролетело очень быстро. И вернулись мы домой. Покормили да, всех. Мы пока шли домой, еще матрас успели заказать. Да, мы зашли в магазин. Да, на обратном пути мы зашли в магазин, заказали матрас, подушки. И через неделю, во вторник, привезут, и мы наконец-то будем спать на хорошем матрасе. Мы заказали точно такой же, как у нас в Испании, только другого размера. Больше по размеру. И скоро будем спать, и у Вани не будет болеть спина. Назай. Угу. Ваня уже засыпает. Сегодня такой классный, активный день получился, столько всего успели, и вообще здорово. Вот, и сейчас собираемся уже ложиться спать, потому что на последних силах уже досмотрели фильм, и надо идти отдыхать. Так что, ребята, спасибо, что были с нами, всем спокойной ночи, и всем пока-пока! Снега. Анюта, твой первый снег. Темно. Ангелочка можно сделать. Но снег такой твердый. Да, твердый. Живу, я проводил. Вот, детки.